Дружок, если тебе нравятся доски по Майнкрафту, то обязательно поставь лайк. Ибо если больше будут лайков под этим видеороликом, то тем чаще будут выходить ролики по Майнкрафту. Все зависит от тебя, именно от тебя, чувак, который смотрит это видео. В общем, приятного просмотра, ребята. Жду от вас лайка и комментария. Я не просто задрот, я мать его бомж. Мама, я летсплейщик, мама, я летсплейщик, мама, я летсплейщик, мама, я летсплейщик. Привет, ребята, с вами Вол, и сегодня мы играем в Майнкрафт, голодные игры на сервере Wine World. Карта у нас вокзал, режим хард, я первый раз вижу, что здесь есть режим вообще. В общем, ребята, будем пробовать, будем играть, и надеюсь, мы сможем победить, ну или хотя бы убить хотя бы одного, поскольку многие знают то, что я не силен в PvP, и тем более в голодных играх. Ну, будем смотреть и будем пытаться побеждать. В общем, все зависит, в принципе, от вас. Если вы поставите большой жирный лайк, то вы поддержите меня. И вдруг я выиграю хоть одну игру вообще в этом видеоролике. Ух ты ж, читер с нами! Нет! Срака, 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 сраковская! Ой, срака! Как сразу читер начинали меня бить? Это, блин, это такая кака! Блин, а почему они такие какули? Блин, читеры! Читер начали летать и уже просто сразу. Блин, почему такие какули мне попались, а? Я не хочу с ними дружить. Блин, ребят, ну реально, это очень обидно. Хочешь такой играешь, хочешь источить каточку ради видосика до своих подписчиков, а тут такие какули просто меня убивают. Блин, это как вообще, как это вообще повелось на нашей, так сказать, земле матушке? Или как мне выразиться еще? Ну блин, реально обидно. Ну такие какули вообще. Ребята, я сейчас заметил, то что моджинг уже обновили текстуру сундучков. И теперь вот такие новогодние сундучки. Это хорошо. Это очень хорошо. Бронированный? Не очень. У него только лук. Ну, чувак, давай, давай. Чувак, пожалуйста, пожалуйста. Поддайся, поддайся, поддай, пожалуйста. Ради видосика, ради видосика. Спасибо, чувак. Ты мне помог. Просто, ребят. И спасибо, вот просто ради, из-за него я просто могу даже победить. Он мне подарил свой мечик, блин, чувак, спасибо тебе, еще лук. Боже мой, ты такой хороший чувак, реально, я тебя обожаю. Ну, лучше, но я могу только поблагодарить, поскольку этот красавчик мне просто помог, меня спас, так сказать. Из-за того, что я его убил, просто... У меня теперь есть вещи, благодаря которым у меня есть шанс хотя бы вырваться вперед. Сейчас играет просто 13 людей. Это очень-очень много, ребят. Мне сейчас очень реально страшно уже становится, поскольку все эти взрывы, громы, молнии и бронированный человек, 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 человек. Это тот читер, ребят. Это вроде был тот читер, это вообще гет, это вообще какой-то донатер. Блин, ребята, мне попозднее, конечно, мне это не повезло, ребята. Ладно, зачем нам останавливаться всего лишь на одной игре? Давайте сыграем еще одну игру, и там уже будет видно, как у нас попрет все такое. В общем, давайте, ребята, продолжаем играть в какую-нибудь другую игру. Так вот, мы на карте Забытый мир. Так что давайте. Опа! Опа, Пашка паркурчик, Пашка паркурчик, Пашка паркурчик, опа. Пашка, пожалуйста, Пашка, 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 давай есть. Пашка что-то да ухватил, а теперь. Пашка может бежать куда подальше, лишь бы ухватить что-нибудь интересное. Так. Есть первое убийство. Офигенно. Тихо. Офигеть! Просто офигенно. Просто, ребята, это офигенно. Просто железный мечик. Поэтому, ребятки, давайте. Жду от вас лайкусов. Так, сейчас я бегу к тому сундучку, который я не успел облутать, или то, что начал уже нападать на этого чувака. Так, поскольку, мне кажется, там довольно есть интересные вещички. Даже не знаю, как дотянуться-то до этого. Нет, нет. Я что-то боюсь дотягиваться. Только меня может кто-то скинуть, или я сам упаду в лаву. А я этого не хочу делать. Представьте, не хочу делать.
Нет, не хочу. Здесь у нас никто не ходил. И да, ходил. Но не забрал рыбку, которая может пригодиться, спасти меня. Просто от всяких мутей, просто всего. Так, еще сундучок. Блин, здесь есть что-то много. Теперь я знаю, куда бежать. Еще разок на карте забытый мир. Еще рыбка. Нам бы сейчас верстачок неплохо найти. Поскольку у нас уже есть довольно весомое количество ресурсов, точнее железка. Хотя зачем нам железо? Только до брони. И в принципе найдем еще одно, и мы сможем сделать себе целый шлем. А нет, ботиночки, да, вот, уже можем. 7 игроков. Осталось 7 игроков. Вот там есть один, мне неохота с ним видеться. Поэтому он отошел. Именно поэтому мы сейчас тоже отойдем. Только вот в эту сторону. Я не хочу с ним видеться, он очень сильно залутан, поэтому мне вообще желание ни копейки не создается, чтобы просто ему хоть как-то противостоять, поскольку я все равно проиграю. Ну, здесь залутано, как я предполагал, а вот эти штанишки мне очень-очень пригодятся, поскольку хоть это и броня это и есть. Самое главное, броня. Кто же это, Петр Бак, ведет трансляцию? Блин, вот бы мне ютуберку дали бы, чтобы все мои трансляции оповещались на Vine World. Эх, вот бы было прелестно. Но, увы, у меня всего лишь 350 подписчиков. Но зато очень хороших подписчиков. Это что, ну, серьезно? Я... Да, как бы, ну, привет, пока, спасибо. Да, много здесь, видать, китов, которые спавнят коров. Это очень, ну, неплохо, ну, неплохо, ну, хорошо, ну, то, что неплохо, ну, блин. Ладно, сейчас, ребятки, мы бежим куда-нибудь, вот, давайте чекнем эти сундуки, хотя они по большей степени не облутаны. Это очень хорошо. Таким темпом я налутаюсь на весь сет. Мне плохо. Бегаю там, где вроде по идее все облутали. Там, где все должны уже были облутать. В итоге ничего здесь не облутано. А центр-то вон он. Вон центр. Понимаете? Блин, надо выкинуть все, что не нужно. И, в принципе, можно идти на центр. Но вот кому-то я противостоять смогу, мне всего лишь 5 единиц брони. Ну, это ведь что ты, да? Да. Так, как я понимаю, центр у нас не тут, но я вижу двух... А, не Тима. Тима. Что может быть лучше, когда тебе противостоит Тима? Еще какой-то чувак бегает, не знаю, как залутан вообще. Это очень-очень плохо. Офигеть ресурсиков. Эти сундуки, да не лутались. Это очень-очень хорошо. Ну что ж, ребятки. Мне кажется, пожелайте мне удачи, и мы сможем их одолеть. Все зависит от того, что поставите вы лакос или нет. Так, ребятки. Нам придется спускаться, спускаться. Дэдматч! Ладно, хотя бы лук у нас есть. Так, ребятки, да вы достали! Меня все, ребятки, я ухожу, но хотя попытаюсь убежать. Сука, здесь Тима, блин, ребятки. Это вообще как? Просто как? Тима, 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 Тима. Тима, 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 Тима. Ну? Нет, чувак, а что у тебя за лук? Блин, что у него за лук-то? Сильный очень. Самое главное, не дайте ему меня попасть, поскольку один выстрел, и я труп. Так, 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 мы на грани победы, на грани победы. Просто, ребятки.
просто. Опа. Так, давай, ну быстрее жизни. Регенерируйтесь. Что он уже там прицелился и хочет меня попасть? Буквально, хотя бы отрегениться надо. Так. Приходит к отчаянным действиям. А я не пытаюсь ничего предпринимать. Поскольку я не бегаю, не бегаю, не бегаю, не бегаю, не бегаю, не бегаю. Нет, нет. Ну, блин. Блин. Ну, блин. Блин, ребятки. Ну ладно, на этом, я думаю, можно закончить, и подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и давайте наберем 10 подписчиков, поскольку я хочу здесь ютуберком. Ладно, давайте, ребята, всем удачи, всем пока, ребятки.